Всем привет! Сегодня у меня Xperia SP, модель C5303, и замена, точнее не замена, а будем решать вопрос с экраном. Еще не знаю, что это, потому что телефон включается, если вам видно. Видите, свет загорается, но я думаю, видно. Такой тусклый темный свет и тухнет. То есть две основных проблемы решения. Решение данной проблемы — это замена экрана, либо замена фильтра экрана. Давайте разберем, посмотрим. Я уже снимал видео с Xperia SP, снимал замену тачскрина, замена дисплея, может быть, снимал гнезда зарядки. Давайте попробуем решить вопрос с экраном. То есть, если вы смотрите это видео, значит проблема данного телефона в фильтрах. Если нет, то смысла его выкладывать нету, потому что замену дисплея данной модели я, по-моему, уже показывал. Два болта осталось. Друзья, обращайте внимание на болты. Они разные. Один болт я уже потерял где-то. Буду искать. Итак, снимаем заднюю панель. Такие вот мелкие болты по бокам. Забыл открутить средний болт с широкой шляпкой. Итак, будьте аккуратно, здесь у нас разъем гнезда наушников, отстегнули. Убрали в сторону. Итак, вот здесь у нас находится разъем дисплея. Я отключил батарею. Снимаю разъем дисплея. Как я и думал, наверное, нет смысла пристегивать дисплей. Вот я вам покажу поближе. Вот видите, здесь перед разъемом у нас стоят 1, 2, 3, 4, 5 фильтров. Вот одного нету. Такого же аналогичного фильтра. Я подозреваю, что при замене экрана кто-то просто вот так вот недобросовестно отстегнул дисплей. Вот, или тачскрина, потому что на этом телефоне меняли тачскрин. Стоит вот новый пластик. Новый тачскрин. Скорее всего, когда отстегивали вот этот вот разъем, сломали один из фильтров нашего дисплея. Поэтому я, наверное, не буду пристегивать этот, нет смысла. Давайте решим этот вопрос перемычкой. В принципе, можно поставить и аналогичный фильтр, сняв его с донора. Но я думаю, в этом нет смысла. Проще будет заменить его вот такой вот перемычкой. Я уже снимал об этом видео. Вот. Когда заменял перемычкой предохранитель на Nokia. Давайте добавим флюс. Совсем чуть-чуть на то место, где нет фильтра. Залудим его. Просто соединим такой вот перемычкой два контакта.
Вот видите, данные фильтры у нас прозваниваются. То есть поставим таким вот образом поперечные перемычки. Не очень удобно снимать, конечно. Берем перемычку, снимаем изоляцию таким вот образом. Сняли изоляцию. Это будет видно по цвету. Сейчас я припаяю, потом покажу вам поближе, потому что не очень удобно снимать. Даже не знаю, с какой стороны удобнее подлезть. Поставил, обрезаем, обратите внимание, друзья, данные фильтры стоят не только на Xperia'ах, они ставятся и на LG, и на Samsung'ах, и на Nokia'ах. Поэтому если аналогичная проблема встречается в какой-то другой модели, то обращайте на это внимание, проверяйте их. Поставил вторую, отрезаем. Очень мелкая работа. Обычно это делаю под микроскопом, очень удобно, но из-за того, что нужно снять видео, приходится ломать глаза. Сейчас я проверю под микроскопом, покажу вам поближе. Постараюсь показать поближе. Видите, да? То есть я заменил данный фильтр вот такими вот поперечными перемычками. Вот. Думаю, всем ясно. Итак, промыли спиртом, продули. Застегиваем. Экран на место. Соединяем батарею. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Пожалуйста, все работает. Не спешите заказывать дисплей. При аналогичных поломках. На этом все, друзья. Думаю, мое видео будет полезно. Собираем телефон.
Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Если вам видео понравилось. А я закручиваю телефон. Всем удачного дня. Мне еще нужно найти один болтик, который я уронил. Всем удачного дня, друзья. До свидания.